Поеду обязательно летом. А куда? На родину свою, Белгород. Да поеду в Ростов, наверное, в отпуск домой. Санкт-Петербург, мой любимый город после Севастополя, обязательно. Как? Может быть, после Нового года планируем. Посмотрим, как сейчас пойдет процесс. Мы уже слышали о том, что функционировать собирается железная дорога. Вообще, это очень круто, хорошая идея. Да, в Белоруссию. Мы летим в Москву на самолете. Хотите пользоваться? Почему? Просто долго. Конечно, собираюсь, да. Куда вы собираетесь? В Самару. Ах, Самара городок, это самый классный город в России на материке. Я обязательно поеду, да, и по Крымскому мосту новому с удовольствием. Жду, с нетерпением жду. На поезде нет, на самолете только если. Времени нет на поезде ездить. Поездом, конечно, интереснее, чем самолетом. Посмотреть на Крымский мост. В Москву. А хотелось бы в Краснодар, чтобы пустили линию. В Москву, в Питер. Спасибо. И очень ждем, чтобы на Микензевых горах сделали хороший ЖД вокзал. Да, очень бы хотелось в Москву посетить, Питер. Просто на новогодних каникулах, но если получится. С удовольствием бы. С удовольствием. Ну, я думаю, да, но пока что нету каких-то намеченных планов. Ну, куда и когда, с какой целью ехать. Ну, возможно. Возможно. Ну, в основном ко мне гости приезжают, я не езжу. Ну, в ближайшее нет, не получается. Но родственники мои обязательно воспользуются уже к Новому году. Внучка с Питера приедет. Да. Скоро. Да. На Новый год. На Новый год обязательно, если достанут билетики.